Приветствую всех из Одессы. Сегодня суббота, 21 октября 2023 года. Сотни одесситов снова собрались под стенами мэрии с требованием направить средства городского бюджета в поддержку вооруженных сил Украины. Люди скандируют «Все для победы», в первую очередь ВСУ и «Владо, почуй громаду». На этот раз участники акции развернули огромные баннеры с надписями «Гена, отдай наши деньги ВСУ» и «900 миллионов на дроны и РЭБы». Я не знаю, уже, наверное, на протяжении 2 месяцев проходят подобные митинги, подобные акции под стенами мэрии. Вот, люди собираются, люди протестуют, люди устраивают такие митинги. Вот, собирается большое количество людей, особенно по выходным, вот в субботу. Но никаких изменений, как видим, судя по всему, не происходит. Потому что если бы изменения какие-то были, то люди бы перестали собираться. А так, по-прежнему собираются вот, за отмену вот этих ненормированных тендеров, скажем так, потому что там очень много на самом деле принимается таких тендеров, которые, на мой взгляд, тоже сейчас не нужны. Вот. Уже потом, уже после победы, уже можно там будет реставрировать, обновлять. Вот. Ну а там, не знаю, как оно на самом деле. В любом случае сейчас нужны все силы для победы. Все силы, все средства, все деньги на то, чтобы у наших военных было больше всевозможного вооружения, автомобилей, тепловизоров, там, ну, всего того, что необходимо для успешного отражения атаки и для успешного наступления в атаку.